Мощный взрыв прогремел в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. По последним данным, пострадали 9 человек. Все они в больнице. Самодельное устройство рвануло возле камер хранения, но взрыв был такой силы, что зацепило даже кассу. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Людей из здания эвакуировали. ЧП квалифицировали как покушение на убийство, но кто мог быть его целью, в полиции не уточнили.